Можно без предварительного предупреждения прийти в уютное гнездышко ребят, на голод, предвестках, ха-ха, мы сегодня гуляем, свадьбу вспоминаем. И мы эту бутылку шампанского разыграем с помощью денежного аукциона. Желательно, чтобы колено аукциона было 50 гривен. Ну, и мы начнем. Кто за волшебную бутылку шампанского даст 50 гривен? 50 гривен, ребята, есть. 50 гривен, где была ручка? Здесь, хорошо. 50 гривен, раз. Сколько? 100 гривен, о, начал интересно. 100 гривен? 300 гривен. Хорошо, ребята, правила конкурса. Мы принимаем только настоящие купюры. Никаких чеков, визиток, айфоны мы не принимаем. Только наличка, мы еще проверим, насколько это фальсификат или нет. Я сейчас не шучу, ребята, я понимаю, как вы меня можете воспринимать, но если вы назвали сумму и не досчитаетесь, во-первых, у соседа брать нельзя, во-вторых, если у вас не хватит денежек, то мы вас прямо в смысле слова накажем, ну, еще решим как. 300 гривен остается? Или там 275, да? 300 гривен. Хорошо, 300 гривен раз. 350. 350 гривен раз. Друзья, каких-то 350 гривен два. 500, вот, самое же интересно. 500 гривен раз, надо было штучек 10 их сделать. 500 гривен два. 500 гривен... 600. Хорошо. 600 гривен раз. Помните, мы принимаем настоящую руку беру? Я не помню, хорошо, мне настоящую. Хорошо, 600 гривен раз. Какие-то 600 гривен за бутылку, которая побывала в погребах Англии, Испании, Чили, Уругвая. Два. 700! 700! Ого! 700 гривен раз! 700 гривен два! 700 гривен! 800! Дадим шанс еще, да? 800 гривен раз! 800 гривен два! 800 гривен! Штука! У вас налички столько с собой, все, я не могу понять. 1000 гривен раз! 1000 гривен два! 1200! 1200 гривен два. 1200 гривен. Полторы штуки. Полторы тысячи раз. 1600, да? 1600 раз. 1602. 1600 гривен. Две штуки. 2000 гривен. Это 2500. По курсу. 2500 гривен раз. 2500 гривен два. 2500. 3000. Вот это торги, да? 3000 гривен раз. 3000 гривен два. Что, все? Нет, подождите, я просто. У вас две, ну не хватает. Нет, хорошо, 50, еще сколько это, 2000... 600, а там уже 3, там 3000. А, нет, подождите, 3, значит, 3. Айфон есть? Вот, есть $50. Хорошо, 3700, 3700 гривен раз, 3702, 3700 гривен, 4000, друзья. 4000 гривен раз. 4000. Пусть, да? 4000 гривен три. Но, друзья, мы сейчас должны проверить. Потому что так легко торговался, тут есть видно, что подсчитали, какая сумма. Встаем и считаем сумму. 4000 гривен все помнят, да? Если нет, мы накажем. Мы дождемся, да, друзья? Ровно 4000. И все? Да там... Ребята, я вам говорил, что у нас честный конкурс, да? Посмотрите все на свидетеля. Наказать его. Итак, самое время произвести наказание. Поехали!
приехали! Опять? Это же ничего не покупаю, уж конечно. Возвращаемся на 200 гривен. Нет.